Этот яркий, живописный, радостный, радующий своим видом храм Сретения Господня находится на улице Подлесной при православной гимназии. Храм новой постройки 2017 года. И давайте обойдем территорию. Если мне туда удастся попасть, и вот выходят люди, значит, удастся. К сожалению, зайти на территорию нельзя. Только в праздничные дни и субботу, воскресенье, выходные дни. А это церковная лавка, но там тоже есть иконы, которым можно помолиться. Лавка-часовня, что-то такое. Мне хотелось бы, конечно, зайти в основную церковь. Ну ладно, мы отсюда видим с вами, какая территория. Она заасфальтированная. Естественно, пока вибраций силы я не чувствую. Ее и не почувствуешь, особенно если богослужение проводится редко. Плюс церковь новая, это еще многие-многие века, чтобы тут что-то появилось. Или присутствие людей силы. Друзья, конец августа, а уже листья опали. Так здорово по ним идти, шуршать. А мы с вами что-нибудь посмотрим еще интересное. Территория большая, так как здесь на территории гимназия. На территории... этого, вернее, или храм на территории, как сказать правильно, да? Здесь и храм, и гимназия православная. Поэтому территория обширная. Чтобы будущим священникам и певчим, кто тут учится, было где погулять, отдохнуть. И даже заняться спортом. Хотя православная гимназия, это не обязательно будущие священники. Это сюда ходят дети, родители которых верят в Бога, и детям хотят привить такую веру.